Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне». 10 основных фактов, подписка, пожалуйста, незамедлительно и какой-нибудь необидный комментарий. А мы начинаем. Факт номер 1. Разумная экономия. Далеко не каждый способен заработать большую сумму денег за раз. Чтобы разбогатеть в будущем, придется научиться экономить на расходах в настоящем. Одни люди тратят деньги на безделушки, другие способны расчетливо откладывать на черный день. Инвестируйте с умом. Копить деньги, складывая их дома, непозволительная роскошь в 21 веке. Сбережения должны работать на владельца. Проценты по банковским вкладам Джордж считает ничтожными, поэтому рекомендует искать более выгодные варианты. Акции, стартапы, государственные облигации. Используйте незнание других с выгодой. Большинство людей не разбираются в финансах. Писатель предлагает воспользоваться их невежеством для выявления инвестиционных возможностей и заключения выгодных сделок. Ищите альтернативы. Чтобы заработать, нужно адаптироваться и шагать в ногу со временем. Стратегий должно быть несколько. Клейсон не рекомендует вкладываться только в одно дело. Если оно прогорит, человек потеряет все. Писатель советует инвестировать понемногу в разные сферы и обязательно иметь запасные варианты. Пятый факт. Метод проб и ошибок. Обучение подобно научному прогрессу. Неудачные изобретения могут быть полезны в будущем. Не стоит бояться экспериментировать. Претерпев неудачу, человек обретает опыт. Главное, чтобы потери не были слишком большими. Шестой факт. Заглядывайте наперед. Зарабатывать хорошие деньги и быть богатым – разные вещи. В первом случае обогащение кратковременное. Необходимо осознать, что финансовое благополучие является долгосрочной целью. Деньги как ресурс. Одалживая деньги, необходимо платить проценты. Если стать инвестором, вложения принесут прибыль. Деньги можно и нужно использовать для обогащения. Не стоит бояться давать взаймы на выгодных условиях. Это хороший способ увеличения капитала. Восьмой факт. Удача не случайна. По мнению писателя, случайным может быть только шанс. Удача появляется в результате упорного труда. На пути к достижению богатства нужно постоянно искать возможности. Тот, кто работает над улучшением благосостояния, обязательно будет вознагражден. Проявляйте инициативу. Успешные люди не ждут подходящего момента, когда возможность подадут на блюдечке с голубой каемочкой. Они берут инициативу в свои руки. Возможности есть всегда. Заключительный факт. Не берите кредиты. Джордж полагает, что постоянные заемщики никогда не станут богатыми. За одним кредитом следует другой, в результате человек оказывается в долговой яме. Люди часто покупают дорогие, но ненужные вещи для статуса. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании, сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, оставляем комментарий, заказываем новые обзоры и читаем книгу Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» вместе с «Читай быстро».